Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где вы найдете для себя много вкусных и полезных блюд. В этом видео представлен рецепт оладьев из овсяной муки с овощами. Для приготовления оладьев понадобится 1 стакан овсяной муки, половина маленького кабачка, половина болгарского перца среднего размера, 1 маленькая морковь, пол чайной ложки морской соли, немного зелени укропа и оливковое масло для жарки. В овсяную муку добавить фильтрованной воды столько, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Добавить пол чайной ложки соли. Перемешать хорошо, чтобы не было комков. Листья укропа очень мелко нашинковать и отправить в тесто. Затем нарезать все овощи очень мелким кубиком. Нарезанные овощи отправить в тесто и перемешать. Разогреть антипригарную сковороду и смазать оливковым маслом. Выкладывать ровным слоем по 1 столовой ложке. Обжаривать по 3 минуты с каждой стороны. Если не любите сырые овощи внутри оладьев, тогда доведите до готовности их в духовке. Подавать в тарелке, украсив зеленью. Всем спасибо за просмотр видео, жмите палец вверх, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и будьте здоровы. Всем пока!